произвели окончательный монтаж нашего привода. И сейчас мы поинтересуемся, по какой причине решили вы поставить наш привод? Ну, у меня 8 автобусов, из них на 3 я уже поставил, один шел с завода. Привод абсолютно надежный, то есть если автобус 2014 года, к примеру, еще ни одного обращения я не был. А вот эти газовские приводы, они максимум 2 года и начинает либо дверь не открываться, либо что-то глючить в нем, абсолютно ненадежные приводы. По этой причине я выбрал Адоровский. Ни одного обращения, говорит само за себя, за 6-7 лет с приводом. И не предвидится, чтобы там что-то не работало или не открывалась дверь, или что-то глючило у него. Абсолютно надежные приводы. Спасибо.